Скажите, пожалуйста, как вас зовут? 51-я статья. Вас зовут 51-я статья. А почему вы обманываете стариков? Вам не стыдно? Нет? Совесть-то не гложет? Вы откуда приехали? Я загложила совесть. Вы откуда приехали? Угу. Я, по-моему, сказала. Вы откуда приехали? Все, не надо меня снимать. Я сказала, 51-я статья, все. Больше мне не о чем. Вы хорошо знаете закон? Очень хорошо. Уберите от меня все. А почему тогда вы этот закон нарушаете? Что вы так нервничаете, если вы ничего не совершали? Мне адвокат предоставьте, будем разговаривать не с вами. Я буду разговаривать. Скажите, за что вас сюда доставили? Не знаю. Вы ничего не совершали? Нет. А, говорят, что вы продавали какие-то приборы. Это Нет. правда? А говорят тогда, что вы обманывали стариков. Это Нет. правда? Вы не обманывали никаких стариков, и вам не стыдно.